Биджей Бляшкович представляет. Так, приветствуем вас, геймеры. С вами снова Дмитро и Роман. И сегодня мы с вами продолжим, значит, рубать в копе в плане спецвыпуска, как я и обещал. Ну чё, погнали давай. Сейчас. Ещё. Ты снова включил? Да, я включил снова. Ну хорошо. Да-да. Это вторая часть. Кстати, мы с тобой даже не ругаемся практически. Это странно очень для моих выпусков. Я какого-то... Так, сейчас, тихо. Сейчас какой-то... О, как ты его. У тебя мачете, что ли? Так, ща я... Ну, похоже на мачете. Mm-hmm. Какой-то армейский ножик. Ну, армейский нож-то есть мачете вроде. Сейчас. Ой, здравствуй, Дедушка Мороз. Все, убил. О, эта машинка открыла. А, это ты ее открыл. Это я ее и открыл, да. Я не заметил, спасибо. Так, чем заняться? Я вот думаю, из этой части города можно вернуться в трущобу? Ну, там, где мы с тобой начинали. Да. Ну я не знаю, я еще не проходил дальше, собственно, трущоб. Так, поэтому посмотри. Я поставил квест, который отправляет к позорному мосту. А позорный мост... Он позорный мост, да, он в трущобах. Я вот это... Слушай, я вот эту миссию как раз не могу пройти. Я, короче... То меня кровососы валят эти, то... Так, спокойно. То меня кровососы валят... Ну вот эти вот бегающие, которые, ну прыгающие, в смысле, по ночам. Я называю их валями. А, я их называю кровососами. Ой, блин, здравствуй, друг. Ну, не похоже. Да, я просто помнишь, когда самая первая с ними стычка была, когда там первое убежище, типа, активировал? Там посмотрел в дырочку, и он так точно. Щупальцами. Мы с Серым тогда убегали. Да-да, подожди, стой! Эй, чел, тут еще ништяки есть. Давай я поломаю тут. Так. Ну давай, мастер взлома. Так, все-таки я сломал свою первую отмычку. Нет, все. Эту репутацию ты не вернешь. Окей, так, что такое бретта, я не помню, это для улучшения что-то. Короткий облавочный нож. Угу. Ну, в общем, неплохо. Блин. Так, улучшалку какую-то нашел. Так, и вот этого полутаю. Так, что-то там сзади. Нет? Тебе фартит на хорошие мачетки. Сколько ты открываешь машину, у меня всегда мачете падают. У тебя-то другие вещи, но у меня именно мачете. А, тут подожди, еще одна менталоска. Я открыл уже. Все. Так. О, аптечка. Кофе, 55 баксов и какой-то рыцарь. В общем, порадовали меня конкретно. Фу, вонючая баба. Таки да. Так, ты где? Жаркие страны. Ага. Все, вижу. Тут просто... Я просто услышал звук. Пометку, да? Да, я звук услышал такой, что что-то там плюхнулось в воду, я думал, это ты. Нет. Здравствуй. Тут прям тебя захапать хотел, чего я его наказал тут сразу. За плохое поведение. Правильно, брат за брата. Ага. Так. Слушай, чтобы отправиться к позорному мосту, нам нужно, ну, на ту локацию перейти, нужно на эту башню забраться. Как бы это странно не было. Ну, я попал... Скорее всего, там какой-нибудь проводник. Какой-то проводник? А, ну как в этом, в Детайленде, и тоже проводники были, которые на локации сопровождали. Чё, это... Дмитро, стой. А? Да, да-да. Видишь меня, да? Да, вижу. Да? Смотри на меня. Ну, смотрю. А теперь страдай. Окей. А я тогда
Я тогда вкачаюсь сейчас что-нибудь и как простой смертный буду прыгать. Так, у меня аж 2 очка даже есть. Сейчас, подожди. А что такое щит? Ну-ка, не знаю. Так, электрические ограды, сюрикены. О, скидка. Вот, скидка может пригодиться мне. На аптечке, еще на чем-нибудь. Так. Сила. Силой удать о землю, сбейте врагов с ног. Так. Ну, а то удерживайте C, требуется двуручное оружие. Так. Прочность. Я, наверное, прочность использую. Так, собак, иди отсюда. Гуляй, Вася. Так, все. А... Ой, ты тут прям как этот. В Assassin's Creed крюк был. Доигрался! А вот возьму и не помогу. Чтоб не издевался надо мной. Да выпендривался, что называется. У меня, кстати, ни одной аптечки не осталось, и всего 59 хп. Я просто подскользнулся. Надо просто на самый верх сразу. О, хорошо, вот так вот. Ой, а мне страдать придется, походу. Ладно, буду страдать. Так. Давай, пойдем. Видишь ты, синие мешки с мусором. Ага, я знаю, они смягчают приземление. Так, тихо. Мне вот интересно, как герой не боится в них прыгать, это же мусор. Представь, там какая-нибудь бутылка битая, хоп, главный герой разорвет себе жоп, очередной раз приземлившись туда. Ну это, наверное, у человека слишком уж чувство выживания развито, что ему плевать уже. Хоть разорвет ему что-то. Выживателя, да. Он их сжимает и просто сметает все там в этом мусоре. А это еще за придурок? Ну, это местная. Местная бригада ученых или что-то вроде того. По сюжету я только что дошел. Особо с ним еще не церемонился. Ладно, тогда я потом сингли посмотрю. Подумаю над ними. Так. Так, ну вот показывает то, что переход где-то здесь должен быть. Он ниже, я думаю. Ну, как видим, это ниже, да. Да, это где-то пониже. Нафига мы сюда только залезали, так как эти горностаи. А вот я уже залез, ты не видел? А, все, да? Вот он. Наш бонфайр. Подожди, тут магаз же. Сейчас. Продам что-нибудь. Тут дофига всяких ценностей. Скопил я. Так. У него нет ружья? Нет, только топор еще какая-то. Ой, я ракеты могу продать, отлично. Так. Сейчас ракету продам, нафиг не надо мне. Так. Горючая. А для чего горючая жидкость мне? Так. Отлично работает. Ну, представь, ты кидаешь у врага бутылку, он обливается, ну, я не знаю, не знаю, в одного или на несколько подействует. Если у тебя горючее оружие, сюрикен горючий, то ты можешь поджечь это все красиво. Но если есть молотов, я не понимаю, зачем нужна эта штука отдельно. Ну ладно. Так, о, магля есть у него в продаже. Давай возьму одну. Ой, аптечки еще есть. Вообще шикарно. Аптечки мне пригодятся сейчас. Так, клинок. Гуляем, да? Да. Так. Полицейские винтовки, тяжелый топор. Все. Короче, мне ничего больше не надо. Так. Так, как я понял, а это еще проводник этот мальчик. Это еще за Аль-Каида. А, ясно. Проводник, да. Научил выживать. Он научил его эксплуатировать. И сделал из него бонфайр ходячий. С помощью которого можно будет куда-нибудь свалить. По-любому. Настоящий крейн. Да уж. Ха. И чё? Поболтали, и чё теперь? Блин. Вот эта точечка. А это чё? Это точечка. Чё за фигня сейчас была? Где? А тут зомби что ли залез какой-то сюда?
и улетел. Вот оно, чувак, вот оно, блин, мы с тобой охер глядели. Она такая черненькая, неприметненькая, дверка в стене. Это даже не дверка, смотри, это какой-то постер, плакат. Это ковер. Да, блин, вот сюда, смотри, вот. А, вот плакат, да. Ну ладно, пошли. Плакат, телепорт, нанотехнологии. Хм. Это, короче, знаешь, в Dark Souls и Bonfire эволюционировал в плакат. Плакат. Фигня какая-то. Ага. И через плакат можно обратно попасть, лол. Ну да. И мы сразу в этой башне появились. Ага. Или ты не появился еще? Сейчас появимся, наверное. У меня уже грузится, у меня сейчас FPS еще проседать будет очень сильно. Поэтому тут особо на меня пока не... Подожду. Пока не рассчитывай на меня очень сильно. Я тут пока... Пока самое умное для меня вот к этим подойти чувакам, которые продают чего-нибудь, чтобы я мог спокойненько отсидеться, потерю FPS, пока куплю тут аптечку, куплю всю. Так, и маглю. И жестянка тоже пригодится. Так. Сюрикен, взрыв, пакеты, домашний припас. Так. Чё продать? А продать не буду ничего. Выкупать у него нечего. Все. Так. Все, я готов. Может быть, у меня будет заветное оружие. Ну давай. Он мне опять топор предлагает какой-то. Штучка, 22 тысячи долларов стоит. Отличный тяжелый колун называется. Mm. Пипец. Ну, у меня... 22 тысячи долларов. Да, к сожалению, у меня только за 7 тысяч баксов какой-то топор опять предлагали. Подожди, я к кладовщику забегу, может, он даст что-нибудь. А. Да, мы же эти наборы ЧС. Он за них дофигища очков выживания дает. Да, 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 да. Чем больше у тебя уровень, тем больше очков дает. Вот я сейчас принес ему эти наборы, он мне 110 тысяч дал. А мне где-то 1010. Всего. Мало, конечно, ну и пофиг. А, я же только начинающий еще пока, по сути. Это у нас прошаренный до ужаса. Так. Да, какой прошаренный? Просто... Просто ждал игру. Он сказал, что я задрочу. А, ну ясно. Короче, ты так же ждал игру, как я буду ждать на PS4 Ori 1886. Я тоже очень хотел бы ее внимательно исследовать, там она... Про спецназ, короче, Лондона 19 века будет. Думаю, интересно. Какой-то трейлер видел, блин, какое-то кинцо очередное. Наверное, по-любому эксклюзив для консоли. А, ну может быть. Они сейчас любят эксклюзивы делать. Ну как эксклюзивы, такие эксклюзивы, которые... Типа, в этом году эксклюзив, а в следующем для ПК портируют. Вот как с Killer is Dead было, как с GTA вот сейчас. Так, слушай, чтобы выполнить этот квест, нам нужно ночь, поэтому... Иди спадки? Сюда, в кровать, прыгай, давай. Ладно, спадки так спадки. Ложись со мной. Да-да, я помню этот квест, я его не смог выполнить, я там искал, чё на... где надо... Где надо, ты мне сейчас покажешь, я потом... На досуге у себя выполнил его. Ну, раз оно мне не сделано, значит, я его тоже не делал. Это же мой этот... мир. Да-да. Так. Пойдем. И очень здорово, что вот этот квест на записи будет. Я смогу, если что, пересмотреть, если буду тупить много у себя. И сможем... Тогда... Так, ой, 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 высоко. Ты высоко довольно для меня. Сейчас. Блин, извини, я сам-то с кошкой бегаю, недооцениваю, куда тебе залезть проще. Mm. Да-да. Это как в футбол менеджер, когда играл в кооперативе с кем-то. Это... Ну как в кооперативе, через интернет играл с кем-то. Там мультиплеер. Там тоже что-то ругался, что у меня такие игроки прокачанные, он еще новичок. Так, все дела. Не, ну все равно, наверное, здорово себя ощущал, нагибая очередного нуба. Ну правильно, если у меня уже торпеда Москва была с кучей звезд всяких, а он взял какой-то жалкий зенит, который из чемпиона России превратился в середнячка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что случилось?
А вот сейчас увидишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою же мать. Ладно, у меня здесь куча логов. Давай, побежали налево. Да, я вижу домик. Я вижу домик. Спасите, помогите. Убивают. Господи. Вот для этого нужна ракета. Так, команда наверх. Фак. Я-то уж подумал, что... А все, в безопасной зоне, и ты тоже отлично. А меня постоянно эти кровососы валили, когда я эту миссию выполнять ходил. Не успевал добежать, потому что... Так, у тебя, наверное, глючит игра, да? Надо просто следить за полем зрения. Они и глухие, и слепые. Я фонариком на них свечу, им глубоко насрать. Ладно. Так, чё, спускаемся, да? У них просто какое-то поле. Ща я спущу. Не разбейся. Ой, ладно. У меня 150 хп сейчас. Ну, как 150? 9 я потерял от кровососа. И вот у меня... Ой-ой-ой. Огрожено. Да-да-да, я что-то... Два дебила. Да. 79 осталось. А слушай, 79 это знаешь, что значит? Несколько. Да. 79 хп это означает, что у меня вот сейчас, если бы я бы прыгал бы, у меня хп 5 оставалось бы. Блин, как хотелось бы ментовозку, конечно, взломать. Ну, пофиг. Ой, я на тебе стою. Все, уже поздно. Тебе на голову закарабкался такой. Ой-ой-ой. Отличный обзорный. Ладно, насрать. Отличный обзорный пункт. Так, ты... Ой, там кровосос сейчас за нами побежит. Чё, куда? Куда посоветуешь? А, прорываться. Пока да. У нас есть ракеты, вылетай, его не подойдут. А, не подойдут, ну хорошо. Хорошо, хорошо, у меня ракет нету, к сожалению. Я их продал все. И, так. Ой. Привет, друг. Тут у меня FPS проседает и мясо. Не попали, чувак, давай по машинам. Осторожно. У меня 9 хп осталось. Иди оттуда. Все, жопа мне. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Угу. Успею, не успею. Ай ты сучка. Ну и я... Сейчас. Если у тебя не получится, ничего страшного, отреспюсь где-нибудь. Слушай, сейчас я их попробую отвлечь. Круг сделаю. Угу. У меня 5 секунд. Вот так вот, обману их. 5 секунд, и чувак. Да блин. Секунды. А, успел. Все, отлично, побежали отсюда. Ой, куда-то я не туда, походу, убежал, но я аптечку хотя бы повязал. О, меня никто не видит. Они за мной побежали. А нет, меня видят. Меня очень даже видят. Так. Сейчас еще одну аптечку повяжу. Блин, дофига аптечек профукал. Блин, хорошая осталась миссия, превратилась. Фиг знает что. Хорошо, что хоть ракеты есть. Ну да. О, убейте бегуна раньше всех. Кто такой бегун? Это вот этот, что ли? Чмы. Нет, это ж сталкер. Ага. Этот, то есть кровосос. Так. Чувак, ты где? Беги давай. Блин, как же это жутко, когда столько тварей за тобой. Чё, от погони убегаешь? Кто такой бегун? А, этот. Скрылся какой-то. Так, чё? Надо чуть-чуть посидеть. Я Ой, я ачивочку получил какую-то. Чё-то там, по вечеринку. Нет. Так, соберите все работающие лампы. Да. Лампы у нас... И что, их через крюк надо или как? Слушай, а если попробовать по этой боковой шляпе? Ну давай попробуй. Я, короче, знаешь. Я знаешь как? Я пытался по кабинкам залезть, которые. Там лифт был какой-то, который на самый верх моста ведет. Но он нифига не помогал мне, к сожалению. Так.
Ну вот, дойдем мы до конца, а дальше-то что там ведь фиг спрыгнешь. Так, а как это ты так клёво залезаешь, что у меня пробел не нажимается? Или там так просто можно? А я не пробелом, я просто на корточках сам. Ой, фак! Нелепей смерти не придумаешь. Ты живой? Я живой. Продолжаю выполнение миссии, я пока тут это, попробую как-то, как-нибудь вылезть. А я сейчас вылезу, знаешь, тут путь есть к мосту, к этому, сейчас. Окей. Ты пока продолжай выполнение мишена, я сейчас попробую залезть. Тут никаких кровососов не будет, меня не убьют. Порядок. Так, сейчас. Максимум пара зомбарей. Так, не понял, а дверь это почему закрыта? Наверное, все так просто в этой жизни. Ой, это не круто. А вон, там дверь открыта. Вот сюда залезть. Блин, эти лампы высоко. А? Слушай, чтобы туда залезть, нужно на такую же трубу попасть, только которая подальше, сильно подальше. Понятненько. Так, я сейчас... А, вот труба. Вот моя труба. Сейчас я залезу уже. Я уже залезаю тут наверх. Сейчас увидимся уже совсем скоро. Так. Бла-бла-бла. Ой. К сожалению, я не успею, скорее всего, к тебе. Мне лезть придется. Долго еще. Достаточно. Попробуй, если не успеешь, то ладно. Ага. Я постараюсь, конечно, но вряд ли. Слишком много времени. О, какой-то зомбак упал. Тут вообще видел бы ты. Я тебе потом эту запись покажу, посмотрим, поугараем. Так. Блин, так обидно, упал. Да, я не успел к тебе. Я по лестнице еще поднимаюсь. Тут еще две или три лестницы у меня остались, чтобы залезть спокойно можно было. Так. Не показалось, что я потерял что-то странное? Что-то потерял, говоришь? Так, а вот, вот, наверное, это дверца, да? Ой, главное, чтобы я не грохнулся. Все, я сейчас, ты меня сейчас увидишь, наверное. Сейчас. Главное, что... А, в принципе, я не сильно далеко, правда, мне придется. Давай, я тут отсижу. Чувак, как думаешь, можно забраться чисто снизу, там, где эти балки и вода? Там, где балки и вода, чисто снизу, можно, я оттуда и забрался же. Где вода? А, тогда я за тобой. Ты в воду прямо упал, что ли? Да я прямо в воду и упал. Я же говорил. Так, я тут дверь пока закрою, чтобы к нам... Сейчас я дверь закрою, чтобы к нам не лез никто. Я тут... Для тебя, баба. Ничего, так пролетел. Ну да. Я даже ачивмент какой-то получил за это. Что грохнулся и выжил. Что-то... Такое. Это, наверное, вот именно с этого моста, я тоже помню, что такое чивочка было. Вот оно как. Да. О, господи. Ну ладно, подперли. Так, тут... А тут знаешь, тут еще, оказывается, залезть, по сути, можно. Тут еще выше можно залезть. Но я не понимаю, как тут. Можно нагрохнуться очень легко. Поэтому я, пожалуй, обойдусь. Там... Да. Ясно, там лестница обрубается потом. Ладно, давай залезай, я тебя жду. Я вот не понимаю, сбить замочек и все, и по лестнице ползти. Вот он, я свечу тебе. Давай залезай, герой меча и магии. Так. Кстати, Герои Меча и Магии 3 сейчас вышли. Переиздание. Надо будет заценить на iPad. Может, тоже прохождение напишу. Все, уже утро. Я вот... Блин, мы не успели. Да, я вот точно так же тогда, когда проходил, пытался пройти этот уровень. Давай тогда я поломаю тут фургон полицейский. Чтобы так обидно не было. Я открыл. Сейчас в чем фишка? Тут есть белая машина, другой квест. Здесь нужно одну штучку найти. Так.
Я уже и на патроны нашел. Ой. А это еще что за текстура? Давай. А что это я за придурка валю тут? Это кто такой? А, это этот? Голосос, что ли? А что, его полутать да, можно? Валя. 184 бакса. Можно? Да. Все, я тебе нападал. А он на Ленина похож чем-то, знаешь, улыбающегося, когда дохуй. Что-то мне напомнил. На Ленина, господи. Ну да, это моя извращенная фантазия, видимо. Так, тут еще тачки же есть. Чувак, вот. Так, смотри, я тебе одну штуку подгоню. О, давай. Уже. Так, полуторник. О! Клево, сейчас я тут. Я тут сейчас найду только быстренько, что можно выкинуть. Молот каменщика. Вот, молоток гвоздодер, в попу его засунуть. Так, на простой топорик поменяю. Так. Молоток гвоздодер, ты где? Вот, все. О, полуторник это решает, наверное. Ну, я пока с топориком похожу, он мне нравится. Ой, тут, здравствуй, Дедушка Мороз. Ты там не взламываешь? Тут еще один фургон просто рядышком. Ой-ой, я ему газ, походу, это... Ты извини, если был рядышком. Ну ладно, не парься. Ага. Вот смотри, я взял другое задание, все желтым уделилось. В чем суть? Тут нет обозначенной цели. Сказали то, что в белой машине есть камера, нужно ее найти. Но тут, блин, 60% машин белые. А? Остается. Ой, блин. Это квест «Белая машина», это не красный дым случайно квест у тебя? Ой, блин, я две отмычки что-то поломал. Тут... Все, от... ой, нет, не все, чуть-чуть. Открыл еще одну машину. Сейчас. Вот, вот с таким прикрытием, как ты, это вообще круто. Вот, тут прятаться. И открывать. Ай. Вот, спасибочки. Я могу очень много всего открывать тут. Вон ментовозку сейчас открываю. Еще одну. Не, не ментовозку, скорую помощь. Ух ты, какая штука. Замечательный античный клевец мне выпал. А? Я аптечку нашел. Античный. Слушай, античность это что значит? Я забыл. Античность это Греция, древние. Рим. Древние. А вот еще ментовозка сейчас я открою. Поиграй меня, если чё. У меня две отмычки осталось, но если чё, еще скрафчу. Если внезапно, потому что такие штуки требуют жертв. Интересные вещи выпадают, порой. Ой, блин. У меня отмычки закончились, сейчас, подожди. Try again. Я сейчас... Отмычки кончились? Да, я сейчас скрафчу еще немножко. Ну, у меня отмычек-то три штуки было, наверное, или... Сколько там? Сейчас. Скрафчу. А ты купи у барыков отмычки, они у них бесконечные. И 100 отмычек стоили 2000 баксов. Ой, 1000 или 2000 баксов. Да нафига? У меня металлических деталей куры не клюют. Но они для ремонта. Сейчас открою. Все открыл. Две отмычки, походу, по фуфалу летай. О! Немецкий пистолет 9 миллиметров. Наконец-то. О, красавчик. А, так, сейчас я какую-нибудь хрень поменяю. С этого простой топорик. Простая труба, горючая жидкость. Так, сейчас, подождите минутку. Пожалуйста. Так, ключевой поцелуй один, наверное, поменяю. У меня их и так целая куча, потому что... Так, чё я, полицейскую винтовку одну спрячу в инвентарь и пистолет возьму. Уай, шикарно у меня. Пистик появился, боже ж ты мой. Здесь еще одна полицейская машина, даже ой, подожди, я двусторонний топор профукал. Сейчас, я его верну обратно. Я случайно тут это, тупанул. Да, еще одна винтовозка, давай, где? Все поломаем. Сейчас. Вот это? Давай. Ща. Мастер взлома тут сейчас пойдет. Ты это потом вырежешь, если будешь видео делать, как ты взламываешь это все долго.
А, ну да. Так. Ты хочешь показать свое мастерство? На пожелание помонтирую еще. Все открыл. И одну отмычку еще сломал случайно. Я думал, что уже все там буквально на мясе было. О, мясницкий нож, что уж хорошая вещь. Я его, наверное, тоже сейчас. Только главное не профукать этот. Так, я спрячу пол что-нибудь. Чё спрятать-то? Спрячу полуторник. Ключевой поцелуй сменю. Где тут ключевой поцелуй? А, на мясницкий нож. Очень хорошая вещь мне. Понравится, возможно. Так, стволы. Блин, в черный, а не в белый. Я лох. В черной? А, с черной машиной Нужно квест. было искать в черной машине, а я искал в белой, блин. Кто Она. дебил? Я дебил. А. Ладно, заново придется пробежаться. Заново пробежаться, ладно. А где машина-то, собственно, это? Я чуть не вижу. Блин, тут машин-то немало. Тут у черных немного, одни А белые. слышь, тут мне пишут, что она где-то внизу должна быть. А, это камера Феллона. Внизу только вода. Но внизу только вода, таки, да. Я тоже об этом Вон подумал. справа, видишь, еще тебе вон О! развлечение. Давай! Вот это пожалуйста. Я прям вот домушник в мире Dying Light. Не зря попал Дэн Клайда. А, вон, вижу тут черную машину. Она единственная тут черная. А? Так, ты меня отвлек, я даже... Отлично. Блин, я... Блин, она еще и загудела. Ой, она упала! Твою мать. Я открыл. Ща. О, еще один немецкий пистолет. Слушай, мне придется за ними нырять вниз. Машина упала. А? Ладно, я еще один ключевой поцелуй выкину. И, потому что пистолетами я как-то не хочу разбрасываться. А я, может, еще какой-нибудь ремонт потребуют в будущем. Так, куда теперь? Скажи ко мне, пожалуйста. А то тут дофига людей, я тут... Как... Я нырнул вниз, короче. У меня там машина свалилась по квесту. Я ее А, ну давай, я вернул тут... из нырнул. Все, Я теперь еще... нужно сдать его. Сейчас я тут бегунов завалю, а то они тут меня хотят. Давай, прыгай сюда. Слушай, Дмитрон, а у тебя Да? микро не лагает? Ну, в смысле, ты меня нормально слышишь? Ну, микрофон, ну, твой микрофон, ну, с небольшими паузами. Вот у тебя так же. Наверное, это не микрофон, а дейтлайн тут такая связь. Ну, может быть. Может для реализма, а может для того, что типа это. Да не. Да, может это Для и. реализма сделали вот так-то, что издалека не слышно было. А это просто некачественный канал Ой, выглядит. я тут друга какого-то встретил. Все, не встанет больше. Друга, лучше беги. Ой. Ой, их дофига. Я хотел полутать, конечно. Но, видимо, Много не... друзей у тебя, да? другие игроки ждут вас. Продолжение игры невозможно, пока вы не с ними. Слушай, ты можешь ко мне телепортироваться? Я еще никак не телепортировался. А ты где? Слушай, я, может, к тебе быстренько поплыву. Я на платформе. А, удерживайте R для быстрого пи... Блин, я не то сделал случайно. Еще раз, удерживайте B для быстрого перехода. Сейчас, я телепортируюсь. Все, попал. Порядок. Сэнчик, я случайно нажал на ремонт и этот чуть топор не отремонтировал, хотя он в принципе нормальный был. Так, а это что за лысый? Ну как лысый? Такая причесочка, аккуратненькая, коротенькая. О, две Блин, штуки мне бы его баксов. футболочка. Две штуки баксов это хорошо. Так. Торгаш. Торгаш мне фигню предлагает опять. К сожалению. Так. Ценностей у меня нет. У меня два немецких пистолета есть теперь. Клевые. Четыре винтовки.
Даже 5 винтовок. Не, это вообще круто. 5 винтовок? Да. Ты свою банду можешь сколотить. Ну да. Банда GTA. А это еще за бомжи валяются. Ты смотри, сколько складок у него. Вообще. Красиво живет, наверное. Так. Поговорите с вулканом. Ну давай, я весь твой. Показывай, куда идти. Сюда? Или куда? А. Ревневый покурщик, вулкан. Слушай, это вообще какая-то чушь. Это типа мини-квеста. По точкам паркурить. Часто такое встречал в этом ассасине, там пашки, тут что-то похоже. А, понятненько. Так. Вот, смотри, такую штуку. Стройплощадка, побежали. Ага. Потом, когда... У тебя не глючит? Так, у меня чуть-чуть поседает. Чуть-чуть, я смогу подняться наверх, если что. Так. Ты там где? Ой, у тебя ж подкат, наверное, есть. А я подкат не вкачал. Все, вот он я. А, тут, наверное, уже по времени много. А, запись идет. Я, наверное, закончу вот этот вот эпизодик. Так ты вырезаешь все нафиг. Но все равно, даже если я взлома вырежу, там не очень много будет. О, смотри. А. Ай! Ой-ой-ой, как он меня так? Ты большой и сильный. Все. Я его с пистолета снес, походу. Победили. Ой, здравствуй, Дедушка Мороз. Я просто хотел топор выбрать, а выбрал пистолет или что. Ну ладно, пофиг. Понятно. Так, ладно, все равно, наверное, завершу этот эпизод пока. И сейчас, как присесть? О. Так, это ты? Все, хорошо. Надеюсь, зрителям понравилось. Пусть подпишутся, если понравилось, на канал. Вступят в группу, поставят палец вверх. С ними были Дмитро и Рома. Всего доброго, увидимся в следующем... спецвыпуске, посвященном Dying Light, который я, наверное, сейчас продолжу тоже снимать. Ну и помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.